с вами снова я, Афан. Вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем «Хочу спать», город, в котором меня больше не будет. Вчера я с вами слушал альбом под названием «Город, в котором не видно звезд», и это вторая часть этого альбома. Смею предположить, что этот альбом, типа, будет, ну, в чем концепт? Первая часть, там пелось про любовь и проблемы, вероятно, там, подростка, который в маленьком городе, и там особо ничего не поделаешь. А тут же, вторая часть, скорее всего, он уже подрастает и уезжает из этого города, и будут песни про какие-то воспоминания, про то, как он скучает там по городу, там по первой любви, вот эта вся фигня. Очень, на самом деле, классный концепт, мне очень нравится, реально. Перед тем, как мы начнем слушать и изучать этот альбом, хочу сказать, что у меня есть свой телеграм-канал, ссылка на который находится в описании. Подпишитесь на него, чтобы не пробовать все самые важные события канала. И Twitch, на котором я прямо сейчас стримлю, и мы вместе с ребятами будем слушать не только этот альбом, а еще и некоторые релизы, поэтому присоединяйтесь на Twitch, чтобы вместе с нами могли слушать. Вот, что я хочу от этого альбома. Первый альбом мне зашел только из-за того, что текст был, ну, типа, он был про меня. Мне очень много всего было похожего, потому что я сам как раз-таки вот этот и есть подросток из маленького города. То есть абсолютно мне это все знакомо, и поэтому мне зашел. Я не раз говорил, что мне всегда заходят песни, если я нахожу в них себя. Но музыкальная составляющая, не сказать, что меня сильно порадовала. Ну, довольно дефолтно было. Довольно дефолтная электронщина, ничем не... Какая-то, ну... Самое дефолтное. Поэтому хочется, так как для меня еще не знакомо, что я буду куда-то уезжать, потому что пока что мне еще рано, я хочу как раз-таки вот здесь увидеть хорошую музыкальную составляющую, чтобы парочку разъебов, парочку вайбовых треков. То есть я хочу, чтобы этот альбом музыкальной составляющей был гораздо лучше. Вот, это все, что я хочу от этого альбома. В целом, потому что про знакомые текста, я думаю, это не совсем будет про меня здесь. В целом, неважно, давайте уже начинать. Ребята на Твиче готовы, я готов, поэтому мы можем начинать. Первый трек — «Осень». Все, отлично. Ебать, сразу там. Окей, неплохо. Красиво. Ебать, классная, классный санонс. Странное сидение. Есть такое. Что-то в этом треке есть. Что-то с капой, да, кстати. Подемка. Есть такое, да. Тем не менее, возможно, это даже дает вайба какого-то, знаешь. То, что странное немного сведение. Не знаю, мне это вот... Мне нравится этот трек. Не с первого раза. Но я начал его выкупать. Что-то в этом треке есть. Вот скажу так. Он не прям крутой, но что-то в этом есть. Прикольно, вроде красиво, вот это, то есть такой вайб интересный, такой тяготный, не знаю, медленный, такой, не знаю, ну, в общем, из-за куплета. То есть тут всего-то структура, посмотрите, сколько текста всего, а 1.50 идет. Поэтому, ну, это как автостопом по фазе сна. Там
Ну, типа, ты имеешь в виду по Свидосу, да, что Свидос дает как раз этого вайба. Да, ну, в таком случае я согласен. Просто если... Что я нажал, блядь? В общем, трек «Осень», что могу сказать? Какое-то странное сведение, но как будто специальное, чтобы добавить такого вайба. Но в этом треке что-то есть, что-то мне нравится. Но как будто не прям, не полный, не фул круто. Пойдет. Но я добавлю, мне нравится. Следующий трек, «Крикет». Да, про звучание. Ну все, я так и понял. Крикет, слава богу, что это такое, я не знаю. Командная игра. Окей, понял. Ой, вот это лучше. Ой, хорошо, кстати. Классно, эта структура трехстрочная. Можешь сказать? Припев классный. Куплет хуй знает. Бля, очень такой вайб у альбома пока что такой вот. Такой депрессивный, умирающий такой. Вот, вайб какого-то одиночества, да? Тяготы от одиночества вайб. Блять, вот ситуация как с предыдущим альбомом. Реализация 6, индивидуальность 10. Да, есть такое, кстати. Флом, привет. Это мой хороший кореш Флом, если вы не знали. Ну, это мой отец, на самом деле, ладно. Все же знают, что я сын Флома. Вот, ладно, если без рофлов говорить. Я что хочу сказать. Ситуация как с прошлым альбомом пока что. Есть вайб. Есть какие-то интересные строчки. Но... Бля, как будто хуйня, вот честно. Особенно куплет. Типа в плане качества. То есть это все звучит как-то некачественно, я не знаю, блядь. Но только непонятно, это задумка, блядь, или просто, ну, похуй ему. Ну вот, некачественно звучит. Ну, есть такое? Ну, просто некачественно звучит. Как будто это демка, блядь, опять же. Тем не менее, не, на широкую аудиторию просто делает, как сам хочет. Понял. Тем не менее, опять же, в этом треке что-то есть, блядь. Что-то меня здесь цепляет. И, наверное, припев крутой. Вот припев крутой мне нравится. Куплет мне не зашел. Добавлю. Тем не менее, на весь мой высер я добавлю. Потому что эти оба трека мне... Я их не чувствую, что они какие-то качественные, но... Тем не менее, в них что-то есть, блядь, такое, что меня цепляет. Я хуй знает, как это работает, блядь. Честно. Идем дальше. Следующий трек выходил синглом «Fit Cold Dog». Давай помолчим. Давай. Уважение за непонимание под широкую аудиторию и индивидуальность. Ну, у каждого свой выбор. Все же. Проснемся снова.
это охуенно. Кошки спят по 20 часов в день. Элой тоже будет. Как будто громче гораздо. С твоими глазами не нужны слова. Зациклился маме, когда я тебя целовал. Давай представим, что не существует завтра. Только мы на берегу без обязательств. Звезды кричат, очнись. Но я не хочу просыпаться. Сука. Его решили свести все-таки. Я хочу, чтобы это никогда не заканчивалось. Окей. Это лучший трек однозначно. Он мне нравится. Да не, я думаю, сведение у «Хочу спать» целенаправленно такое. Для вайба. Я думаю, да. Просто не совсем коммерческое звучание. Не то, что не совсем, а совсем не коммерческое звучание. Это музыка для, ну, чтобы выкупить надо было. Это мой, ну, любимый трек с альбома пока что. Он крутой, честно. Вот тут я даже не могу доебаться. «Осень и крикет» я мог доебаться, что мне не нравится видос. Здесь он максимально в тему. Максимально вот как надо здесь. Мне все нравится в этом треке. Только единственный, вот ладно, до чего могу доебаться, как будто «Колдах» громче, чем «Хочу спать». Либо мне кажется. Блин, ник такой охуенный, кстати, «Хочу спать». Ну типа, пиздец. Гениально. Крутой трек, он мне больше всего пока нравится. Хорошо, что выходил синглом, прикольно. Мы его с вами не слушали. Проебали чуть-чуть его, ну ладно. Погнали дальше. Следующий трек. «Ориентир». А, нет, давайте пока не будем следующий трек. Ну вот судя по этому треку, я понял, что чуть-чуть не прав в концепте альбома второго. Концепт альбома второго, скорее всего, проживание последнего дня в городе. Типа там завтра уезжаю, вся хуйня. Как будто, ну по этому треку я так понял. Ну мы сейчас еще поймем концепт, я думаю. «Ориентир», погнали. Бэки охуенная, вообще это пиздец, разъёбный припев. Гипнофобии, да? Возможно. Что-то есть здесь, какие-то нотки гипнофобии от 17-го, да. Мне нравится этот трек. Крутые бэки. Но давай помолчим лучше все-таки трек. Что могу сказать? Здесь классная гитарка, во-первых. Имею в виду по... На уровне по популярности. А, по популярности? Да не, вряд ли. Все-таки... Не-не-не. Но по звучанию я с тобой согласен, если вот ты имел в виду по 17. Здесь есть какие-то нотки гипнофобии, типа без рофлов. Это немного похоже на гипнофобию. На треке 17 особенно.
есть как будто что-то такое, вот мне кажется. По звучанию тоже, вот. Но популярности, вот я думаю, я не согласен. Все-таки у 17-го тоже там были пару экспериментов со сведением, такие как «Вызывай скорую», да, допустим. Там капа нахуй просто утопленная в океане. Так что, ну... Ладно, что мы все про 17-го говорим? У него еще будет свой час, через неделю у него трек выходит, да, насколько я помню. Поэтому это все не важно. Короче, трек хуже, чем «Давай помолчим», но лучше, чем «Осень и крикет» вместе взятые, я думаю. Еще раз говорю, «Осень и крикет», почему я добавил? На самом деле, в них нет чего, что прям качество какого-то, чтобы их добавлять. Как полноценные треки, они мне не нравятся. Мне в них что-то цепляет. Что-то в них цепляет, и я вот поэтому беру. Я не знаю, как это работает. А вот «Давай помолчим» и «Ориентир» — это полноценные треки, которые я добавляю. Поэтому «Давай помолчим» и «Ориентир» гораздо сильнее, чем «Осень и крикет» вместе взятые. То есть по отдельности «Ориентир» и «Давай помолчим» они посильнее будут. Да. Мне здесь очень нравится. Прикольная гитарка. Охуенный припев, я считаю, сделан. Бридж куплет довольно классный, контрасты не такие. Вот тут вообще трехстрочный. Кайф. Прикольная структура, мне кажется. Вот вообще в каждом треке. Прикольная структура. Идем дальше. Следующий трек 4AM. Дальше идет там «Последнее утро». Вот как будто реально, я думаю, я прав, что типа вот последний день проживает там вся хуйня. Завтра там уезжает. Еще один за окном летит. Написать, что ты опять не будет. Мне так грустно сегодня. Мне так грустно сегодня. Интерлюдия, да, такая? Атмосфера ебанутая здесь, да. Ебанутая атмосфера, добавлю. Чисто для атмосферочки. Переходим сразу на следующий трек, «Последнее утро». Охуенная атмосфера. Пиздец. Здесь атмосфера ёбнутая. Ебанутая атмосфера, просто пиздец. Крутой трек, блядь, крутой. Какая атмосфера выдерживается, ебанутая. Прям вот выдохнул в конце. Интересно, интро вообще нету в треках, тоже фишка типа. Да. Хотя, возможно, порой стоило бы добавить интрухи.
очень-очень-при-очень ебанутая атмосфера. Только сейчас начинаю выкупать ее. Вот прям на последних двух треках. Я думаю, я потом буду переслушивать этот альбом. Попробую выкупить «Осень и крикет», потому что теперь я прочувствовал эту атмосферу. Очень прочувствовал атмосферу сейчас. И, возможно, под этой атмосферой «Осень и крикет» очень пиздец заходят. Очень крутой трек. Давай помолчим лучше все еще. Но это пиздец крутой трек. Прям так, так атмосферу выдерживает. Вот прям прочувствовал все вот эти вот... Всю эту грусть это от того, что пора прощаться там. Блять, очень жестко. Круто, пиздец. Следующий трек это по осколкам Alternative Version. По осколкам был вот у него трек. Даже 1000 прослушиваний нет. Какой ужас. Это ужас, конечно. Слушаем Alternative Version. Ой, батька по классно. Ой. Ключи. Ебать. Я Алексей на 140 слушаю, блядь. Это ВК, блядь. Мне нравится куплет. Цепляет этот трек, если честно. Мне понравился здесь куплет, но припев абсолютно не цепляет. Вообще абсолютно не цепляет. Я говорю, что это клики, а не прослушивание ВК, наверняка у него еще больше, чем в Яндексе. Хо-хо-хо. Понятно. Мне не цепляет этот трек, к сожалению. Идем дальше. Последний трек, фит в твоей палате, When I Die. Spotify в месяц, у него 24 тысячи слушателей. Неплохо. В твоей палате не знаю такого типа, но у него тут даже EP-шка была какая-то прикольная. Погнали. Последний трек. When I Die. Еще хочу сказать по поводу трека по осколкам. Как будто не вписывается вайб. Вот послушали последнее утро. Другой вайб абсолютно. Вот поломал как будто чуть-чуть. Заново. Один среди холодных стен, какой тихой из рваных.
Подожди, а в твоей палате... Чё за Рофалбион? Даже как-то не выкупил, а где исполнитель на фите, ну ладно. Думаю, мы его скипнули. Короче. Возможно, он на бэках, кстати, как вариант. В целом, без проблем. Типа, вот это возможно. Здесь ёбнутая атмосфера выдерживается. Сначала не выкупали треки. Я не выкупал. Потом уже вот ближе к ориентиру, к 4 АМ, понял, что здесь ебанутая атмосфера. Просто вообще пиздец. Из-за сведения, если у них похожие голоса, не поймешь. Окей, да. Я понял. Вот у Крикета похожая атмосфера. Очень, очень, очень и очень классные треки. Давай помолчим. Ориентир, Последнее утро и When I Die. Остальные, если я добавил, то просто неплохие. Но вот треки прям хорошие, чтобы это. Давай помолчим. Ориентир, Последнее утро и When I Die. Они очень охуенные в атмосфере. Просто ебанутая атмосфера здесь выдерживается. Как итог, давайте подведем итог альбома. Я очень рад, потому что получил все-таки более крутую музыкальную составляющую по сравнению с первым альбомом, по моему мнению. То, что ничего знакомого не было, это, конечно, бану на самом деле, потому что я думаю, немножко другой концепт будет. Но у меня в целом концепт такой более чем устраивает. Очень круто. Мне в целом, мне альбом понравился. Здесь очень круто выдерживается ебанутая просто атмосфера. Это третий альбом за год вроде. А, да, у него даже еще был альбом. Хорош, если был еще. Нет, это второй альбом за год. Вот. Очень крутой альбом. В плане выдерживания атмосферы, прикольных экспериментов с капой. Абсолютно некоммерческий альбом, то есть я уверен, что многим не зайдет. Они будут... Ну, это понятно почему. Но мне зашло много треков. Только один трек не добавил. Но при этом Крикет и Осень, это надо будет еще слушать, конечно. Вот. Очень крутая атмосфера. Это вот главный плюс, который перебивает все минусы альбома. Я считаю так. Ну что ж, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого альбома. И предлагайте какие-то еще релизы разных исполнителей. Если вас поддержат, то попадет в список заказов. Список заказов находится в моем телеграм-канале. Ссылочка находится в описании. Обязательно сабайтесь. Там ссылка также есть на Twitch, на который тоже нужно подписаться. Мы вместе с ребятами сейчас слушали этот альбом. Ребятам в целом вроде как понравилось, не знаю. Вот. На этом все. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.